Ростов-на-Дону. Город довольно молодой, кипучий жизнью. Он всегда был одним из важнейших торговых центров на юге России. Здесь умели и умеют торговать. Именно поэтому даже самые странные объявления о продаже соли со скидкой, рогов сайгака и прочего зачастую не вызывают подозрения. Тем более информация о трудоустройстве на фасаде зданий или нанесенное через трафарет лицо с непонятными буквами и цифрами. А между тем это страшная реклама, которая бьет по самому драгоценному, что есть у человека – по его свободе, потому что это реклама наркотиков. Как бороться с искажением фасада зданий, а главное – с наркопиаром? Ответ на этот вопрос знают в общественной организации «Ростов без наркотиков». Ну, вообще-то у нас есть бригада. Вот ребят, вы видели «Газель», они выезжают раз в неделю и специально смотрят, где есть реклама наркотиков, и специально ее уничтожают. Ну, вот эту акцию спасибо большое Павлу Кузьмину, мы давно с ним дружим, общаемся, вот он помог нам, чтобы мы купили баллончики с краской, в общем, и бензин, газ для нашей «Газели» и для наших легковых машин, где, чтобы мы могли выехать и могли уничтожить рекламу. Но самое главное еще наша задача – это привлечь управляющие компании к этой проблеме. Допустим, на данный момент 8 управляющих компаний с нами работают. Мы провели мастер-класс, объяснили, какие записи есть реклама наркотиков. Ну и управляющие компании сами эту рекламу наркотиков уничтожают. Регулярные рейды в различных районах Ростова-на-Дону, взаимодействие с небезразличными горожанами, умение найти тех, кто готов помочь материально и лично принять участие в акциях, выйти вместе с ребятами и пройти по улицам города – вот та незаметная работа, которая ведется постоянно. Этот рейд проводится при поддержке генерального директора ООО «Европолимер». Он лично принял участие в акции. Я очень сильно поддерживаю там спорт смешанных единоборств. И я не могу остаться безучастным в распространении наркотиков. Это здоровье наших детей, это здоровье нации. Поэтому вот вместе с Ростовом без наркотиков, со Станиславом Горяйновым, мы решили провести такую очередную акцию, чтобы поустранять надписи, рекламу, где продают наркотики на сайтах. К сожалению, законодательство несовершенно, и подобная завуалированная реклама сбыта наркотиков относится всего лишь к категории нарушения благоустройства, поэтому на борьбу выходят общественные организации и волонтеры. Среди них ребята, бывшие ранее зависимыми и прошедшие реабилитацию, их родственники, знакомые и друзья. У нас где-то более 2000 лиц, это, допустим, бабушки, это матери с детьми, с колясками гуляют, они знают о нашей деятельности, работе и нам сообщают. Важно помнить, что проблема эта касается всех, и быть бдительными. Посторонних в таких вопросах нет. Это наш город, и в наших силах сделать его лучше.